Миша, поторапливайтесь! Побежали до старой сосны? Кто последний, тот улитка. Эй, так нечестно. Да ладно тебе, Яр! Давайте побыстрее. Тут всего пара часов пешего хода, и мы на месте. Ну, если ты хочешь выбиться из сил до полудня, то пожалуйста. Я торопиться не стану. А вы вообще уверены, что мы правильно идем? Я этих мест не узнаю. Зато я помню этот поход. Как будто он был вчера. Мы идем, отстав от всей группы. Сердце тогда прямо из груди выпрыгивало. А ты, Мишка, так на солнце обгорел. У тебя все время лицо было красное. Возможно, солнце. Возможно. А возможно, Яр даст мне карту, и мы посмотрим, куда точно нужно идти. Давай! Ничего не понимаю. Кто вообще эту карту составлял? Яр, кто же еще? Кстати, ты помнишь, хотел стать картографом? Разведывать новые места? Ну, помню, и что? Так как тебя в телефонную компанию занесло? А, не вышло. А сейчас некогда. Иногда все так наскучивает. Хочется уехать куда-нибудь, где нет ни... топ туристов, не дорог. Но на это нужны деньги. Деньги. Это да. А ты, Миш, что думаешь по этому поводу? Просто бросить все и уехать? Нет. Я люблю свою работу. Помощник главного инженера. Может быть, конечно, это не особо звучит, но у нас есть тоже веселые и интересные истории. Мне интереснее скалолазание. Ну, каждому свое, наверное. Кстати, мы ведь вклад положили не только эту статуэтку. Я помню, я запрятала туда бабушкины серьги с бриллиантами. Не особо дорогие, но я заберу их. Ну а ты, Миш, что туда положил? Не помню. Но не думаю, что там было что-то особо ценное. По крайней мере, если досчитать именно стоимость. Миша. Помню, дед приедет с командировки. Привезет что-нибудь раритетное. Он нам и сладости возил, петушки, и шоколадки. А истории были такие интересные. Жалко его, славный был старик. Эх, да. Еще жалко, что когда его не стало... Родители выкинули все, что он нам привозил. Кто знает, что еще ценного у нас было.
Тебе лишь бы все продать. Это для ценителей. У них свои заморочки. Пусть и собирают. А мне практичность нужна. Польза какая-нибудь. Иначе хлам все это. Даже, Миха, ты у нас лучший домовед. Что угодно приспособишь. Ну, не знаю. Продавать такие памятные вещи... Странно это. Словно бы предательство, что ли? Память в голове должна быть, а не в вещах. Иначе голова хлам. Ладно. Вспомните хотя бы ту маску, которую дед с Африки привез. Та самая, которой ты Ленку постоянно пугал, как дурак. Еще как, помню. Так бы и сожгла ее. Без обид. Надо сказать спасибо прошлому мне хотя бы за то, что хоть что-то от деда осталось. Может, сказать еще спасибо прошлому тебе за то, что рассказал моему отцу про Тимку? А моя вина, что твой бывший хулиган? Он не хулиган, он хороший. И? Просто его родители и жизнь была сложной. И что? Я ему помогала. И? Зато теперь он мой муж. И мы с ним вместе ходим в горы. Ну уж простите, что пытался вытащить вас из дурной компании. Я был так неразборчив в людях. Ребята, хватит! Смотрите, мы уже пришли. Кажется, здесь. Вот она. Так, погодите. Так она же пластиковая. Фальшивка. Сделана в Китае. Безумно дорогая, как фишка. Раритетная, как пластиковый фламинго. И древняя, как сам дед. Фигурка, сделанная в Китае. А бабушкины серьги? Обычные стекляшки. Игрушки, стекляшки, побрякушки всякие. Ха. Даже авиационные часы. Откуда они у меня вообще были? Ну, конечно. Спасибо прошлому мне. Спасибо деду за богатую фантазию. Замечательный подарочек из прошлого. Ничего не скажешь. Мы еще сюда вернемся? Конечно, у нас же есть карта. Эх, жаль, я медальон свой не взял. Да ладно, Ленке подаришь. Главное, кусок карты не подари.